20 марта 2015 года, день весеннего равноденствия, когда зима готовится уступить весне, но природа еще помнит мертвенную стужу, а тьма и свет поделились поровну. 20 марта, день, когда мир в тревоге застыл в ожидании крупнейшего за последние десятилетия полного солнечного затмения. 20 марта, день выхода третьего моноформатного альбома российской блокбастерной Зиг Морг, получившего название «Алан Хилл». 7 гимнов во славу ничто, обрамленных интро и аутро, обжигающих холодными рок-метал с полностью русскоязычной лирикой и продуманной концепцией. Альбом выйдет на лейблах не так на Сферику Рекордс, Россия, Red Ribbon Records, Япония и RTL Productions, Германия, в формате Digimax CD со шестистраничным буклетом. Там, где останавливается само время, а пространство укорачивается наизнанку, великий цепей выпускает песок в свой хвост, а колесо превращает вращение. Глядите в бездну и ощутите, как твои глаза слепнут. Ничто грядет.